Короче, ребята, всем привет. Утро 29 марта. Решил рассказать вам анекдот. Ну, короче, пожилой фермер купил себе доильный аппарат. Ну, так как устал уже доить коров вручную, все. Тем более одинокий, жены нет, не помогает никто. Ну и все, короче. И решил его испытать на себе. Подсоединил, значит. Доильный аппарат загудел. Начал все делать, короче, как надо. Фермер кончает раз за разом. Уже 10-й раз кончает. Кончает уже около 30-го раза. Уже не может, короче. Стонет, кряхтит, блядь. Как выключить кнопку, не может найти. Самое интересное, что он забыл взять с собой инструкцию по применению. Кнопки нет и нет. Ну, думает, надо позвонить на горячую линию. Звонит и говорит: девушка, мой аппарат доильный неисправен. Не могу выключить, кнопки нет. Ну а девушка ему и говорит: не переживайте, товарищ покупатель, ваш доильный аппарат совершенно исправен. Он автоматически отключится после того, как надоит 20 литров. Всем пока.